Вас приветствует сайт платежинфо.ком Как удалить свой аккаунт из PayPal? Система PayPal – один из самых распространенных сервисов электронных титульных знаков. Оплату через нее принимает уже большинство крупных международных интернет-магазинов. Но по разным причинам может возникнуть необходимость перестать пользоваться сервисом. Перед тем, как удалить аккаунт в PayPal, необходимо закрыть все текущие операции, закончить оплату покупок и перебросить деньги на привязанную карту или счет. Если на счете остались деньги, они после удаления учетной записи будут высланы чеком по почте. Важно помнить, что восстановить профиль после такой операции будет невозможно. Удалить PayPal существует несколько способов это сделать. Первый способ авторизироваться в своем аккаунте. Будет произведен вход на главную страницу профиля. Далее перейти на вкладку ⁇ Счет ⁇ В верхнем правом углу будет изображена иконка в виде шестерни. Это настройки аккаунта. Необходимо нажать на нее, откроется следующее окно с опциями. В опциях в нижнем левом углу под параметрами счета будет кнопка ⁇ Закрыть счет ⁇ Ее надо нажать появится сообщение, которое уведомит, что после закрытия счетом больше нельзя будет воспользоваться и кнопка связи со службой поддержки для пользователей, которые удаляют аккаунт из-за возникновения каких-либо проблем. Если же вы бесповоротно решили ликвидировать профиль, тогда необходимо нажать на большую синюю кнопку «Закрыть счет». Появится еще одно уведомление, которое сообщит, что профиль окончательно удален из системы. Теперь при ваших попытках входа в свой прежний аккаунт будет появляться сообщение об ошибке о неверно введенных данных.